А в Кызылорде открылся диабет-центр. В канун Дня медицинского работника он принял первых пациентов. На оснащение местный бюджет потратил 10 миллионов тенге. Приобретено современное диагностическое и вспомогательное оборудование, которое позволит существенно снизить риск развития болезней и тяжелых осложнений, поражающих сосуды организма – сердце, почки, глаза и нижние конечности. По официальным данным, сегодня диабетом страдают около 300 тысяч казахстанцев. В структуре центра есть несколько функциональных кабинетов. Особый акцент на раннюю диагностику. С ее помощью врачи намерены сократить инвалидность и снизить смертность от сахарного диабета. От количества зарегистрированных больных с сахарным диабетом 50% имеют различные осложнения, которые ведут к инвалидизации и к смертности. По Кызылординской области зарегистрировано было в 2010 году более 3800 человек с больных с сахарным диабетом. А к 2016 году, к концу 2016 года, это число достигло уже около 9000. Ежегодно регистрируются у нас впервые выявленные заболевания с сахарным диабетом 1000-1200 человек. И из них 10-12% это диабет второго типа. Региональный центр диабета – сегодняшняя необходимость. Это жизнь диктует. Потому что день за днем растет количество больных с сахарным диабетом. Многие больные с сахарным диабетом уходят на инвалидность. Это для государства, для населения, для самого пациента – это сложная проблема. Есть центр диабета, если будет заниматься профилактикой осложнения, лечением осложнения, и не будет инвалидности.